Большой всем привет! День геолога отмечается в первое воскресенье апреля. Поздравляю всех причастных к формированию минерально-сырьевой базы нашей страны. В первую очередь, конечно же, всех, кто посвятил этой профессии всю свою жизнь. Геолог – человек, для которого дикая природа, лес, тайга, тундра является рабочим местом. Почти в любую погоду геолог идет в маршрут и выполняет свою работу. Сейчас, к сожалению, эта профессия уже уходит в прошлое, но очень скоро наши внуки или правнуки начнут изучать и осваивать другие планеты. И на смену нашим обычным земным геологам придут астрогеологи. Я в этом абсолютно уверен. И профессия наша получит второе дыхание. Еще раз поздравляю всех, кто причастен к этой профессии, к геологии вообще, в разных ее проявлениях. Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность всем преподавателям из Свердловского горного института, в котором я учился, всем геологам, с которыми мне доводилось работать. Всем желаю крепкого здоровья, активного долголетия и интересной жизни. Чаще мой взгляд упирается в старенький вещмешок. Птицы с югов возвращаются, слышу их голосок. Вот и зима злая позади, сгинули прочь снега. Новый сезон, братцы, впереди алга. Пришла весна, растаял лед. Не от вина душа поет. В краю снегов цветы цветут. Зовут. Компас и верный друг молоток свалятся на меня. С полки постой, подожди чуток, не запрягай коня. День погулять нам страна дает, только не в этом суть. Тихо, геолог пусть нам споет и в путь. На горный склон, в дремучий лес, питая к недрам интерес. Идем в маршрут, отставить смех. Наш честный труд на благо всех. Тем, кто вершины свои берет, ментает малево. Пусть в освоении повезет севера крайнего. Это когда со спины рюкзак мокрый от пота пал. В свете костра с огоньком в глазах сказал: я вам, друзья, геологи, без нас нельзя, мы дороги. Земли своей.
с огоньком в глазах сказал.